Дорогу молодым артистам открыт набор абитуриентов на 2018-2019 учебный год в Академию Наяновой на получение высшего образования по специальности актерское искусство. Квалификация выпускника – артист драматического театра и кино. Напомню, факультет был создан в 2008 году. Его основателем стал Вячеслав Гвоздков, возглавлявший драмтеатр имени Максима Горького более 20 лет. Каждый свой курс он набирал только после того, как выпускал предыдущий, чтобы уделить студентам максимум сил и времени. Известный режиссер ушел из жизни в январе этого года. Художественным руководителем нового курса станет народная артистка России и актриса Самарского театра драмы Жанна Романенко. Прием будет осуществляться на конкурсной основе. Важное внимание будет уделено результатам единого государственного экзамена. Среди предметов, которые необходимо сдать будущим актерам – русский язык и литература. Еще одно испытание творческое, которое включает в себя три тура. Организационное собрание и предварительный просмотр состоятся 28 мая 2018 года по адресу, указанному на экране. Записаться можно по телефону и отправив контактные данные по электронной почте. Еще один способ – заполнить регистрационную форму на официальном сайте Академии.